Президент Турецкой Республики Реджеп Эрдоган наградил лучшего турецкого бойца ММА, Мастурбека Дилдогана, высшей наградой Турции – золотым кебабом. По словам Эрдогана, Мастурбек легко победит даже Хабиба Нурмагомедова. Эрдоган сказал: «Мастурбек, ты гордость турецкой нации. Ты муджахид, ты словно древний тюрк-кочевник. Когда тебя подпишут в UFC, то ты легко победишь всех, и Хабиба, и Джона Джонса, и Макгрегора, и Усмана». Слава Турции, закончил Эрдоган.